Всем привет, друзья и гости нашего канала. Всем привет из солнечного Мерсина. Он сегодня у нас не солнечный, сегодня погода пасмурная. Завтра будет дождь, по прогнозу синоптиков. В общем, пасмурно, хорошо, солнца нет, просто супер. Значит, у нас сегодня день открытых дверей. Видите, Карго принесли уже полотенца, которые я заказывала в пятницу. Но это не все. Еще есть другое Карго. Государственные, это частные принесли, они быстро приносят, быстро доставка. А государственное, наверное, завтра принесет еще полотенце. Вот, сегодня еще принесут подарок зятю. Наверное, вот это вот он и есть, подарок зятю. Скоро у зятя день рождения в мае, мы пойдем его поздравлять, поэтому я уже заранее заказала подарок, рубашку и футболку. Так, и здесь полотенце. И сегодня еще должны принести подарок внученьке, которая родилась недавно, маленькой. Мы заказывали с ювелирного магазина. Вот, так что все-все вам покажу. Это пока первое карго пришло, еще будет карго. Сейчас я раскрою и покажу. Итак, это первая, это рубашка Пьер Карден я заказывала. Зятю. Еще плюс будет футболка. Так, это, естественно, я раскрывать не буду. Обычная черная рубашка. Здесь в Турции мужчины обожают рубашки. Ходят все лето в рубашках. Так, ну и здесь полотенце. Сейчас начнем с полотенец. Итак, друзья, здесь оказывается не только полотенце. Здесь дрель. Ну, шуруповерт. Потому что у нас не было. Вот. И пришел шкаф. Халил собирал его вручную. И, конечно, намучился. Вот, со сборкой. Поэтому, что это такое? Поэтому мы заказали шуруповерт. Вот, так что теперь, если что-то надо будет собрать, разобрать, у нас есть шуруповерт. Так, хорошо. Шуруповерт есть. Так, откладываем. А это уже точно полотенце. Итак, друзья, полотенца. Здесь два банных и два для рук. Так, и здесь то же самое. Ну, так-то не сильно толстые, не тонкие. Ну, неплохие, симпатичные. Так, вот одно для рук. Вот второе для рук. С такой вот прошлой, с вышивкой. Ничего так симпатичное. А это должно быть банным. 70 на 140. Сейчас я его разверну. Вот, видите, вот это вот два банных. Одно серенькое, одно розовое. Такие симпатичные. Ничего, не очень тонкие, нормальные. Как велюровые такие. Так, вот эту коробочку я выбрасываю. Она мне не нужна. И такие же два полотенца для рук. 50 на 90. Вот такой вот комплект. Фирма вот такая. Juvenile Home. Так, все. Коробка и все. Дальше. Желтенькое полотенечко. Такое вот для рук с вышивкой. Это одна и та же фирма. Так. Два получается для рук. 50 на 90. И два банных. 70 на 140. Такое же зеленое, как и желтое. И здесь два банных. Сейчас разверну. И два банных. Зеленое, желтое, с вышивкой. Все нормально. Я смотрю, проблем никаких нет. Качество, друзья, ну, так себе. 50-50. Не тонкие, не толстые. Не особо тонкие, не толстые, ну так себе. Пойдет, скажем так. Не шик модерн, знаете, там вау. Нет, не скажешь. Такие самые обычные, неплохие. Так, все, коробка мне не нужна. Это, знаете, здесь я смотрю, читала в комментариях. Те, кто замуж выходят, невесты, они себе на приданное покупают вот такие вот комплекты.
Вот. Им нужны коробки. Пишут, ой, коробки плохие пришли туда-сюда. Мне коробки не нужны. Я так для себя купила. Хочу обновить полотенце. Так, ну и здесь вот комплект из 6 штук. Это 50 на 90. Вот такие полотенечки для рук. Это кофейная. Вот есть беленькая. Это уже другая фирма. Беленькая. И еще одни 6 штук принесет государственная Карго, но уже не сегодня, я так смотрю. А скорее всего завтра. Так, 2 беленьких, 2 бежевых и 2 вот таких вот коричневых. Тоже такая же ситуация. Не толстые, не тонкие. Такие, 50-50. Нормальные пойдут. Так. Ну и здесь 3. Вот, так что 6 полотенечек. 2 получается коричневых, 2 бежевых и 2 кремовых белых. Ну, так-то вроде проблем нет никаких. Нитки только, видите, везде. Да, проблем нет. Все нормально. Вот. Так что теперь у меня будет много полотенец. Сейчас все сложу. И буду ждать, что еще сегодня должно прийти. Еще рубашка должна прийти для зятя. И сегодня еще должно прийти сережки с ювелирного магазина для внучки. Так что, друзья, все покажу. Пока все. Так, сейчас все сложу. Так, друзья, пришли ковры с химчистки. Все ковры, которые мы сдавали в химчистку, вчера привезли. Все так-то неплохо постирано, но нам не нравится, как постиран вот этот ковер, который в коридоре, одна дорожка, и вот этот ковер, который на кухне, не очень хорошо постиран. Вот, поэтому они сегодня приедут, и мы отдадим 3 ковра обратно. Опять они будут их стирать, потому что этот постиран очень хорошо, этот не важно. Вот. В общем, нам не нравится. Мы заплатили немаленькие деньги, поэтому пускай перестирывают. Так как мы этой фирмой давно пользуемся постоянно, знаем владельца, поэтому Халил ему написал, он говорит, все, нет проблем, мы приедем, заберем вот эти вот ковры, 3 ковра, вернее, 2 ковра и дорожку, и они перестирают. Так, ну что, еще один комплект полотенец придет завтра. Ну и сейчас еще жду Карго.